закончили, все положили. Все положили. Я думаю, что сейчас мы через одну минуту поднимем его сюда на эту сцену, да, мы попросим здесь немножечко освободить проход, да, потому что он уже сейчас появится, да. Итак, ну что, настроение как у вас, друзья? Отлично, да, все хотите призы, все хотите подарки. Вы что, девушка, хотите выиграть? Велосипед, отлично. Еще раз напоминаю, друзья мои, как раз про велосипед. Как вы заметили, у нас два замечательных байка, два прекрасных коня, да, которые стоят, два велосипеда. Один велосипед мы с вами разыграем по акции, а второй велосипед у нас получит человек просто так, это будет в самом конце, у кого будет самое большое количество купонов за все года. Ну, то есть, в смысле, у вас получается за два года. Поэтому по окончанию этой прекрасной акции ни в коем случае никто не выбрасывайте свои купончики с чеками. Копите их. 17-й год, 18-й, 19-й, 20-й и так далее, и так далее, и так далее. В Казани, как я уже говорил, подобные акции тоже проводятся на АЗС, да, и люди приходят прямо с пакетами, и мы весами вешаем, там бывает 3-4 килограмма этих купонов, и человек просто из администрации, ну, как бы судит, да, у кого больше, садится на велосипед и уезжает. Все, просто вот, просто за то, что человек собирает и активным клиентом является АЗС Татека. Поэтому не выкидывайте свои купоны. Копите их, копите, копите. Как вот видите, Оля, да? Вот здесь очень тяжелые ребята, необходима помощь, но они справляются, потеют. Уже третий пот сходит, очень тяжелые у нас. Тихо, аккуратно. Аккуратно, тяжелый барабан. В общем, вот сюда, 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 поближе, вот сюда. Сюда, сюда, сюда. О, отлично. Чуть-чуть назад, чтобы у нас дитё встало, ребенок. Так, он снимается с предохранителя сейчас, да, вот эти штуки сейчас опустятся, и он сможет крутиться. Купонов очень много. Видите, это посчитал, что, да? Итак. Сперва-наперво нам необходим какой-нибудь малыш. Давайте мы. Ну вот первый. Мокрая как мышь. Девочка, давай, иди сюда, мы с тобой будем сначала знакомиться. Давай, рассказывай, как тебя зовут. Софья Мустакова? Сколько тебе лет? 4 года. Ты пришла с мамой, с папой? С мамой, сестрой, молодец. Знаешь, что тебе нужно будет сделать сейчас, Софья? Сейчас, когда я тебе скажу, тебе нужно будет засунуть друг в барабан, в этом кошечке достать один маленький бумажечку. Поняла? И за это ты получишь подарок. Получишь подарок? Давай, Софья, стой здесь. Так, и, конечно же, нам наблюдатели нужны. Необходимо два просто любых человека.